Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Саня. И сегодня у меня такое очень интересное, очень вкусное видео будет. Я купил себе вот такую вещь. Тоже она Wildberries. Ни в коем случае не подумайте, что это реклама. Можно ее в любом месте купить. А лучше всего будет даже сделать самостоятельно. Это арахисовая паста. Много рецептов есть. Ну, один из них, я, кстати, скорее всего, попозже попробую тоже такой сделать. Так получится намного выгоднее, дешевле. Это в блендере прокрутить просто какое-то количество арахиса и крутить его до того момента, пока он не превратится в пасту, в масло. В чем ее фишка? Я сейчас объясню. Кто-то наверняка уже пошел в комментарии писать, что это очень калорийный продукт, как он поможет для похудения и так далее, да? Вот я сейчас отвечу. Он, да, действительно очень калорийный, но не за счет углеводов, которые очень сильно, очень быстро откладываются у нас на боках. Его калорийность в основном заключается в жирах, потому что там углеводов почти ноль, там буквально... Сколько сейчас посмотрю. Вот здесь, наверное, видно будет. Ну, только так, приблизьте видео, потому что у меня почему-то не фокусируется. В общем, на всего углеводов написано 7 грамм. 7 грамм. Всего жиров 45 грамм. Это на 100 грамм. То есть, понимаете, да? Насыщенные жиры, полиненасыщенные, мононенасыщенные. В общем, здесь все жиры, которые нам необходимы, очень необходимы нашему организму. Благодаря этим жирам у нас будет улучшаться обмен веществ. А ускоренный обмен веществ, соответственно, ведет к похудению. Вот такой вот парадокс, да? И так как вы знаете уже из предыдущих роликов, я уже показывал, посмотрите, кто не видел, я купил себе вот такой протеинчик вкусный. Там только белки. Поэтому я вот буду выпивать стаканчик протеина. Коктейль себе делать протеиновый. Грамм 250 обычной воды из-под крана и примерно около 100 грамм молока. И туда буду растворять почти целую столовую ложку вот этой пасты. Так я буду делать один раз в день, утром. В тренировочный день. После тренировки как раз будет усваиваться белок. За счет жиров он будет немножечко помедленнее, но прям совсем чуть-чуть помедленнее усваиваться. Но все равно достаточно быстро. Но это же протеин, куда ему деваться, он все равно будет быстро усваиваться. И все необходимые жиры у меня будут поступать. Поэтому вот тоже присмотритесь к этому. Если у вас есть свой диетолог, конечно, спросите, можно ли вам или нет. Ну, я не вижу в этом проблем никаких, если не перебарщивать, не есть это тазиками целыми, да, по полкило. Потому что я знаю, что по себе, что я любил, когда покупал пачку 400 грамм арахиса, я ее съедал всю сразу. Это очень вкусно, она пока не закончится, от нее не отстанешь. Но одну столовую ложку, не полную, без горки, вполне себе, я думаю, можно. Это пойдет только на пользу. Главное, чтобы качество было хорошее. Как я уже говорил, лучше, конечно, купить в магазине хороший арахис и сделать самому. На этом все, что я хотел сказать. Кому видео показалось полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. Пишите комментарии внизу. Подписывайтесь на канал. И всем пока.